ВВС Великобритании сегодня подняли по тревоге. Истребители отправили навстречу российским бомбардировщикам, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства. Как рассказали в Минобороны Великобритании, истребители были подняты с авиабазы в графстве Линкольншир. Как сообщили местные СМИ, к границам Британии подошли два российских Ту-160. О подобных инцидентах, когда самолеты ВВС России приближались к воздушным границам других государств-членов НАТО, сообщали десятки раз. Однако Министерство обороны России подчеркивали, что все полеты военно-воздушных сил выполняются в соответствии с международными правилами и не нарушают чужих границ.